Откроем такую большую коробочку. Вдруг пришла. Так открывается. В принципе, вытаскиваем. Что у нас тут? Так. У нас наборчик цветных, значит, запасок для 3D ручки. Значит, разноцветных. Ну, для художественных целей это подойдет. В принципе, я брал, как бы, пускай лежит в мастерской. Например, вместо термоклея можно подобрать, как бы, цвет и что-то сделать, там ручку или еще что-то придумать. Пока я точно не знаю, но вот такие запаски есть. Купил. Качество, в принципе, отличное. Значит, ну как заявлено было спецификация. Откроем посылку, посмотрим, что тут у нас. Так, все это намотано, замотано. И у нас тут, я вижу, дисплейчик. Дисплейчик оказался довольно-таки большим, не ожидал я. Этот дисплей недорого стоит, он для комплекта Arduino входит. Почему-то тут микрочипа нету, вот я не пойму почему. Место есть, а микрочип отсутствует, может так и надо. Я уже начинал несколько выпусков по Arduino. Вот дисплей для этого комплекта куплен. Будем примеряться. Откроем посылку. Так, посылка большая. У нас здесь хорошо упакованный. Я подпортил ножичком. Как раз тот случай. Два акриловых листа формата А4 каждый. Это 30 на 21 сантиметр, кто не знает. Значит, что преимущество? То, что у него есть защитная бумага. Акриловые, вроде бы, все дошло в целости. Значит, можно будет, значит, на нем, из него делать разные корпуса, разные изделия. Значит, для этого нужен только лобзик и электродрель. Ну и какие-то метизные изделия. И мы можем собрать разные конструкции. Вот, в основном я рассчитывал изготовлять корпуса. Откроем посылку. А, что там? Аккумуляторы. Аккумуляторы. Всего я заказал 12 штук. Значит, вот эти аккумуляторы мне понравились. Из моего опыта они очень качественные получались. Хотя емкость тут обозначена 6800 мАч. Но, наверное, половина все-таки наверняка есть в этом аккумуляторе емкости. Так что, и, к сожалению, измерительных приборов у меня нет. Необходимых для того, чтобы измерить реальную емкость этих аккумуляторов. Ну вот, надеюсь, что из предыдущих опытов, что это аккумулятор нормальный. Купил это аккумуляторы для пауэрбанков. Пауэрбанков я сколько не покупал. На данный момент у меня ни одного не осталось, потому что дети разбирают, племянники, ну и друзья там просят. И в конечном счете у меня не осталось. Поэтому новую партию я закупил пауэрбанков. Вот для них эти аккумуляторы. Я уже показывал, как собрать из конструктора такого, который поставляет недорогой конструктор, в принципе. Хотя многие критикуют за качество, но я так доволен этим качеством. В принципе, для меня пойдет. Вот видите, тут нету соединения. Значит, тоже дефект получается, который приходит. Но у кого есть паяльники и руки,
Для него это не проблема тут припаять это все. Я думаю, все равно надо будет это такое изделие китайское. Нужно обязательно пройтись, как бы ремонт, на ремонт поставить хороший. И потом все, вставляем эти аккумуляторы, так как батарейки, 4 штуки. И закрываем, и у нас получается очень даже неплохой пауэрбэнк.